Всем привет! Ну что, вы уже закупились вкусняшками, чтобы угощать детей, которые обязательно сегодня заглянут к вам, чтобы пощедровать. Ну а с вами сильные новости. Женя, рубрика «Короче», поехали! В Беларуси появится новое Министерство цифрового развития и связи, которое будет сформировано на основе Министерства информатизации и связи. По словам Лукашенко, создание нового органа связано с тем, что во всем мире изменяется цифровая среда. И она должна влиять не только на быт людей, но и на их благосостояние. Каким образом она будет влиять, пока непонятно. В Бресте в 12 часов ночи гаишники остановили медленно движущуюся Теслу. За рулем оказалась 12-летняя девочка, а рядом сидел ее отец. Сильные новости рассказывают, что таким образом мужчина хотел обучить свою дочь вождению, но вместо уроков получил административку и, возможно, штраф до 20 базовых. Такие дела. Прям красивая история из книг. Несколько лет назад мальчик из Минска, 11-летний подросток, бросил бутылку с посланием в одном из штатов Америки прямо в море. И вот спустя 3 года ее нашла пара, которая прогуливалась по пляжу. Они отыскали не без труда этого мальчика, и скоро состоится видеосвязь с ним. А мне так хочется туда, к морю! Но я в Гомеле.